Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поприветствовать всех на первом мини-пленаре. У нас был пленар, а теперь мини-пленар конференции «Современная цифровая дидактика», которая для нашего университета стала уже традицией. И тот наш мини-пленар, который имеет место сейчас, он посвящен современным методам воспитания и обучения. Понятно, что большинство из этих методов воспитания и обучения, они в современном мире так или иначе связаны с использованием цифровых технологий. И мы много говорим в последнее время о цифровизации и информатизации образования. Но, безусловно, существует несколько ключевых проблем, которые такую цифровизацию и информатизацию тормозят. Я бы выделил бы три основных. Это низкое оснащение той или иной техникой и программным обеспечением, об этом много сейчас говорят. Второе – это недостаточное содержательное наполнение тех цифровых ресурсов и тех средств обучения и воспитания, которые имеются. Это тоже серьезная проблема. И, конечно же, недостаточное кадровое обеспечение, когда педагоги еще не в состоянии полноценно использовать всю эту технику и все эти возможности в своей профессиональной деятельности, и нет других специалистов, которые могли бы этим заниматься. Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня об этом поговорили, но говорили через призму совершенствования методов, форм и средств обучения. Вот этой известной триады в системе обучения, которая всех нас беспокоит, волнует, и разработчиков программного обеспечения, и педагогов, и тех, кто занимается созданием электронных ресурсов. Я думаю, что у нас получится на эту тему диалог. И если можно, я наших гостей буду представлять для экономии времени по мере того, как буду давать слово, поскольку сможем тогда более полно пообщаться. И первым делом мне бы хотелось, чтобы мы на суперуровень поднялись и говорили бы не о методике обучения, мы все-таки в стенах педагогического университета находимся, а о обучении методики. И поэтому я с удовольствием предоставляю слово Елене Генриховне Тарьевой, директору нашего института, института МГПУ, института иностранных языков, которые много лет ведут работу по разработке средств обучения, методики обучения. Я надеюсь, что уловили мои вот эти слова. Елена Генриховна, пожалуйста. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Благодарю за возможность принять участие в данной конференции. Скажу, что сама тема безумно популярная, безумно востребованная в разных областях знаний. И, как сказал Вадим Валерьевич, действительно, я решила сосредоточить свое внимание на том важнейшем средстве обучения и воспитания, которое, как мне видится, в научной сфере, в научной области неоправданно мало исследуется, мало изучается. Между тем, от него, от этого средства, во многом зависит решение тех задач, которые были сегодня обозначены в рамках большого пленара. Спикеры их артикулировали. Наша задача, как мне видится, продолжить этот ряд рассуждений. И в своем выступлении я попытаюсь это сделать применительно к тому средству, которое представлено в рамках моего выступления, представлено для нашего сегодняшнего обозрения. Моя задача остановиться на учебнике по методике обучения и воспитания. И сделать это я планирую в таком ключе, заглянуть в то, что сегодня мы имеем в рамках разработки соответствующего средства подготовки учителей различных предметных областей и одновременно сфокусировать внимание на те тренды, которые нас заставляют задуматься об изменении содержания и структуры такого учебника. О константах говорить можно много. На слайде вы видите перечислены мною основные направления, которые давно и весьма успешно в учебниках по методике обучения и воспитания используются. Я констатирую этот факт и говорю о том, что эти константы отражены, как правило, в тех тематических вехах или в том тематическом построении учебника, которое на слайде я сейчас постепенно вам демонстрирую. Это та классическая методика обучения, которая требует фиксации внимания на этих базовых понятиях, которые формируют естество, если хотите, профессиональную идентичность, профессиональное мышление учителя, педагога, преподавателя вуза.
Безусловно, все эти константы нами должны быть учтены, они являются непреложными истинами, это своего рода аксиома для подготовки будущих учителей, но, как мне видится, в связи с новыми трендами, прежде всего обусловленными цифровизацией, такой массовой цифровизацией, гиперцифровизацией, необходимо обратить внимание на некоторых моментах, связанных с изменениями структурно-содержательной организации такого средства обучения и воспитания, как учебник по методике. И вот эти новые тенденции я изложила в трех таких главных форматах, в трех ипостасях, которые, как мне представляются, должны обусловить изменение внутреннего содержания учебника. Позволю себе остановиться на одном из них, архиважном и архизначимом, который уже сегодня неоднократно озвучивалось из уст участников большого пленара. Уверена, что это будет реплицироваться еще неоднократно и на мини-пленарах, и в рамках других организационных форм проведения конференции. Речь идет о внимании, которое должно быть привлечено к личности самого субъекта, которого мы формируем. Это не догма и не лозунга, это должно быть правилом в силу того, что основная задача, если мы говорим об изменениях в рамках обучения и воспитания, что является центральным для нашего мини-пленара, то главное, эти изменения должны быть увязаны непосредственно с субъектной заданностью, а именно с формированием субъектной идентичности обучающихся. На слайде далее я эту субъектную идентичность хотела бы представить в целом ряде ее составляющих. Прежде всего, речь идет о ценностной идентичности, профессиональной идентичности, но и давайте не будем забывать о значимости позиционирования личности в современном цифровом мире через реализацию цифровой идентичности и информационной идентичности. Вот такого рода заданность учебника по методике, как мне представляется, является приоритетной, если мы ставим во главу угла проблему реформирования, изменения, обновления средств обучения и воспитания. И вот в связи с этим мне показалось значимым, коллеги, на нескольких слайдах обратить ваше внимание на той трансформации учебника, которая может быть реализована весьма успешно в силу того, что мы готовы к такого рода трансформациям. Прежде всего, вот этот индивидуальный контур обучения и воспитания на слайде представляет из себя такую вот сугубую индивидуалистичность этого средства, учебника по методике обучения и воспитания, а именно ориентир на построение особых программ обучения, об этом тоже сегодня уже говорил, индивидуально ориентированных, индивидуально заданных, учет потребностей, формирование цифрового профиля обучающегося, размещение и развитие основных параметров методического сознания обучающихся. В этом случае мы получаем специалистов, которые в индивидуальном режиме готовы решать задачи, связанные с имплементацией цифровых технологий в образовательные практики. И, как мне видится, мы должны задать этому соответствующий вектор в рамках наших занятий по методике и, соответственно, учебника по методике обучения и воспитания. Следующий ракурс, который тоже является инновационным для такого средства, продиктован особенностью такой практической ориентированности данного учебника по методике. И обратите, пожалуйста, внимание, что такой новый ракурс может быть соотнесен с особыми разнонаправленными или направлениями, которые отличаются от того, что мы имеем место в настоящее время. А именно движение не от теории к практике, а от практики к теории. Приоритет тем самым в таком учебнике практических заданий. Он вообще в целом может состоять из практических заданий. Такие прецеденты есть, они весьма интересны. Кстати, их тоже можно было заложить в соответствующие формы. GPT-технологии здесь могут быть использованы весьма успешно.
Движение от наблюдения за реальным процессом к некоторым генерализациям, к некоторым обобщениям, еще одно направление, которое может лечь в основу реформирования такого рода учебника по методике. Следующий слайд отражает особенность вариативности содержания учебника, и на этом бы я полминуты задержалась в силу того, что учебник, как правило, характеризуется исключительно неким инвариантным содержанием, транслируемым всем без исключения. Мне бы хотелось видеть такой учебник в единстве некоего базового инварианта и обязательно вариативной составляющей, которую студенты имеют возможность и право формулировать и формировать самостоятельно. Можно легко догадаться, что такой учебник не может не быть цифровым в силу того, что вот это свободное пространство самовыражения студента может быть обеспечено только за счет электронного характера вот той части учебника, которая индивидуально маркирована. Здесь есть целый ряд, как вы видите, установок, которые я провозглашаю на слайде. Мне представляются они весьма значимыми. И мне бы хотелось здесь зафиксировать ваше внимание на том, что методическое мышление, пожалуй, главный параметр такого субъекта, который пройдет сквозь осмысление всего процесса обучения тому или иному предмету и сформирует для себя свое личное пространство в этой профессиональной среде, в этих профессиональных ценностных смыслах. И завершая, цифровое наполнение, о котором я уже говорила, вне всякого сомнения, это та значимая направленность изменения учебника по методике, которая, как мне представляется, является самым, пожалуй, важным в рамках наших разговоров на полях конференции. Для этого, как вы видите, не только нужен раздел для студента, о чем я уже говорила ранее, но и нужны различного рода особые цифровые инструменты, которые позволят локализовать процесс обучения, адаптировать его под конкретные нужды образовательного процесса и прежде всего самого субъекта. Вообще мне хотелось бы такой провозгласить лозунг: учебник должен быть не учебником, он должен стать школой жизни, он должен стать путеводителем, он должен стать справочным материалом, неким тьютором, если хотите, для будущего профессионала, учителя, педагога, преподавателя. А тем более учебник по методике. Тем более учебник по методике, совершенно верно, Вадим Валерьевич, поскольку здесь можно было бы говорить о том, что первично учебники по предмету или учебник по методике, на мой взгляд, первичен учебник по методике, потому что он формирует тех, кто идет в класс, он формирует тех, кто пишет учебники по предмету. Совершенно верно. Он же ведь касается и предмета, это методика обучения биологии или иностранному языку, поэтому оно будет состыковаться. Совершенно верно. Мы можем создать эту модель, она может быть надпредметна, метапредметна. Вот эта особая атмосфера, особый склад такого учебника, матрица учебника по методике, она может быть инвариантной. Между тем, обладая и акцентируя внимание исключительно на вариативности своего содержания. Но ее инвариантный вот такой матричный характер, он может быть весьма интересен для всех. Приглашаю Спасибо. Вас к сотрудничеству. Спасибо, Лена Генриховна. Мне кажется, интересный подход именно с точки зрения разделения на инвариантную и несколько вариативных частей, потому что эти вариативные части могут быть и в отношении каждого студента, и в отношении разных дисциплин. Общий пул учебника про методику, а дальше методика биологии, географии, иностранного языка и так далее. Вот мне кажется, здесь просто поле для реализации вариативного подхода, и его надо реализовывать. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо. Вадим Валерьевич. Итак, давайте двигаться дальше. Мне кажется, разговор о современных методах, средствах, технологиях и прочих вещах, о которых мы сегодня с вами говорим, он невозможен без того, как система образования должна реагировать на их появление. И вот в этой связи появляются и новые технологии, и новые стратегические направления, по которым развивается и вся наша страна, и система образования. Я знаю, что компания «Мобильное электронное образование», а генеральный директор этой компании Александр Михайлович Кондаков сегодня с нами. Спасибо большое, Александр Михайлович, что нашли время. Можно было бы сейчас поговорить о том, как мы могли бы реагировать на такие стратегические вызовы. Сейчас есть новые,
Компания «Мобильное электронное образование» очень чутко на такие вызовы реагирует, нам это известно. Александр Михайлович, ваше мнение по этому поводу? Спасибо. Коллеги, вот я как раз немножко опоздал и приехал в совещание в фонде НТИ, университете 2035, который занимается сейчас реализацией нового национального проекта по беспилотным авиационным системам. Ваня Валерьевич, мы с вами этот проект обсуждали, и, в общем-то, в нем... который ставит очень серьезные и широкие задачи перед системой образования, начиная с дошкольного, кончая непрерывным. Для того, чтобы понять масштаб проблемы, мы должны прежде всего оценить, а что такое беспилотная система. По сути дела, это новый образ жизни человека, это новая индустриальная, технологическая, какая хотите, революция. По своему масштабу сравнимая с появлением двигателей внутреннего сгорания, с индустриализацией 30-х годов, прошлого века в нашей стране, которая потребовала кардинального изменения всей системы образования, когда возникли учительские институты, когда возникли кружки Асавиахима, станции юных техников, агробиостанции и так далее, и так далее, и так далее. Затем была следующая крупная реформа в образовании, это эпоха НТР. Это было прежде всего ориентация на физику, химию, биологию, математику, потом появилась информатика, которые обеспечили прорыв Советского Союза в этом отношении. Я вот рассказывал уже много раз, но физику академик Кикоин, автор водородной бомбы 7-9 класса, писал конкретно для школы под будущих ученых и специалистов в области ядерной энергетики. Вот здесь... Мы подошли к новому этапу. Чтобы его полностью оценить, человек в свое время ходил пешком, но это 3 дня пешего пути, вот его область проживания. Потом появилась лошадь, значит, эта сфера расширилась. Потом появился корабль, прибрежная зона Мирового океана. Потом появился автомобиль, двигатель внутреннего сгорания, внутренняя зона. Потом самолет, это освоение всего пространства земного шара. И появление беспилотных систем вносит новые очень серьезные изменения в нашу жизнь. Это доставка, это сельское хозяйство, это МЧС и многое другое, я еще об этом скажу. Но вот здесь аккумулировано 4 национальных проекта, 3 действующих, 1, который сейчас разрабатывается. Первый национальный проект – это цифровая экономика, в котором я возглавляю направление по методологии развития образования в интересах цифровой экономики. Второй национальный проект – это стратегия развития искусственного интеллекта в Российской Федерации. Знаете, позавчера Мишустин проводил стратегическую сессию по развитию искусственного интеллекта в нашей стране. Третий проект – это беспилотная авиационная система, который был утвержден 2 недели назад, но 21 июня прошлого года, этого года, была утверждена стратегия развития БПЛА в Российской Федерации, за которой тут же последовало 28 июня письмо заместителя министра просвещения Грибова во все субъекты Федерации о том, как система образования должна реагировать на эту стратегию. Там выделяются достаточно серьезные и деньги, и ресурсы. Четвертый проект, который с этим связан, он сейчас только разрабатывается, мы в этой разработке, это экономика данных. Уже не цифровая экономика, экономика данных. Мы с вами говорили про знаниевую экономику, когда знание превращается в товар, имеет стоимость и так далее. Это расширяет это понятие, и мы должны с вами понять, что большие данные, их обработка, анализ, применение становятся существенной частью стоимости любого продукта. Поэтому... Сам переход к понятию беспилотной системы означает очень серьезный спектр изменений. Во-первых, это новые материалы, композитные материалы, другие материалы. Во-вторых, это новая инженерия, не плоскостная, это 3D-инженерия, которая широчайше использует искусственный интеллект, ускорение работы инженера, проектировщика с использованием искусственного интеллекта примерно в 10 раз. Это, естественно, программирование и пилотирование дронов. Отдельно потом об этом скажу. Это эксплуатация, ремонт, обслуживание, разработка программ и так далее. И это практическое применение. Ну, допустим, в сельском хозяйстве это опрыскивание огромных территорий или в земельный кадастр, все что угодно. И в стратегии развития искусственного интеллекта в постановлении правительства было четко прописано, это подготовка кадров для беспилотных систем.
И не надо думать, что это только программирование и пилотирование. Для того, чтобы что-то программировать и что-то пилотировать, надо это иметь, во-первых. А во-вторых, понимать, зачем это надо. Поэтому вот эта программа, она называется сейчас «Федеральный проект кадры для баз». Она охватывает все уровни образования, начиная с дошкольного до непрерывного профессионального образования. Что произошло? Вот я опять отношу к 30-м годам индустриализация в этом отношении, как должна меняться система образования. Беспилотник, когда он едет или ныряет, или летит, он должен быть запрограммирован на решение какой-то задачи. Это искусственный интеллект. Именно поэтому сейчас такое внимание уделяется разработкам в области искусственного интеллекта, который обрабатывает огромные массивы данных, которые он снимает во время полета и позволяет принимать правильные решения. Почему я взаимоувязал вот все четыре национальных проекта, о которых мы говорим. Если говорить о... Если говорить о стратегии развития беспилотной авиации в Российской Федерации, она идет до 30-го и 35-го года, то обратите внимание, что на первое место выходит создание научно-технологического задела для формирования и развития отрасли баз. Вот в национальной программе «Цифровая экономика» это занимается фонд НТИ, наш очень хороший партнер, с которым мы сейчас разрабатываем стратегии развития отрасли баз в регионах. Затем сюда идет разработка, производство, безопасная эксплуатация, развитие сквозных технологий и сервисов. Это развитие безопасной инфраструктуры. Все мы с вами уже хорошо знаем, что такое беспилотные автомобили там, и какие здесь есть риски, возможности. Ну и, конечно, вот здесь маленький такой зелененький квадратик развития системы подготовки кадров. На самом деле он должен половину слайда занимать, потому что ничто не взлетит, не полетит, не спроектируется и не эксплуатируется до тех пор, пока не будут подготовлены квалифицированные кадры, которые способны это обеспечить. Если говорить о том, где используются сегодня беспилотники, да все сферы человеческой жизни. Это и сельское хозяйство, и строительство, энергетика, это градостроительство, это геодезия, картография, это геологоразведка, экология, МВД, в общем, все-все-все. И вот здесь, возвращаясь к национальному проекту беспилотной авиационной системы, который был разработан по поручению президента, и где было определено и направление развития БПЛА, и определенные параметры рынка, а к 30-му году должно быть создано более 100 тысяч беспилотных летательных аппаратов, только летательных аппаратов самого разного назначения, они по-разному поднимают груз разного объема, решают разные задачи, там, ну и так далее. Ну и что очень важно, что практически в каждом регионе, на данный момент в программе утверждено 48 регионов, должны быть созданы научно-производственные центры по реализации проекта по нацпроекту БАС. Центральный научно-производственный центр находится в Руднево, он создан Москвой и является главным по отношению к другим. Так вот, во все научно-производственные центры, когда будут утверждены стратегии реализации нацпроекта БАС в субъекте федерации, они будут обеспечивать в том числе и реализацию программ по подготовке кадров. Если говорить о масштабе подготовки кадров, то до 30-го года по утвержденным показателям должно быть подготовлено более 1 000 000 специалистов по программированию и пилотированию дронов. А это означает, что количество проектировщиков, эксплуатантов, ну и так далее, составит еще порядка 3 миллионов, всего 4 миллиона человек. Это колоссальный задел, это колоссальная задача по своему масштабу, которая охватывает все субъекты Российской Федерации. И на сегодняшний день, давайте говорить прямо, практически нет образовательных организаций, которые готовы взять на себя ответственность по подготовке этих кадров. Я подчеркиваю слово «ответственность». Взяться за подготовку много желающих. А вот ответственно взяться за подготовку мало. Это очень серьезная задача, в том числе и для научной разработки и проработки. А здесь принципиально важным, например, является то,
что управление беспилотным аппаратом, она требует синхронной работы левого правого полушария, а вот эти качества формируются у ребенка в возрасте до 6 лет. Дальше не сформируешь, это детский сад. Когда мы говорим с эксплуатантами, какие у вас ключевые проблемы в подготовке кадров? На первое место, не поверите, ставят незнание английского языка. Потому что это языки программирования. Незнание английского языка. И случайного рядом на нашей, да, конференции. Поэтому дальше идет левое и правое полушарие. Очень важный момент. Говорит, они не имеют пространственного мышления. Они видят беспилотник вот как какую-то такую единую фигуру. А его внутреннее устройство, понимание, как он сделан, понимание, как его разобрать, а потом собрать, у них отсутствует. Извиняюсь, это опять детский сад. Это моделирование, основа моделирования, конструирования, понимание... Малышу покупаешь машинку, да, он ее тут же разломал. Его начинают ругать, а он мир познает. Он же хочет познать сущность этого. То есть это опять детский сад. И таких примеров я могу приводить много, поэтому долгосрочная стратегия требует вот этого. Мне кажется, вы рассказали сейчас нам об важном новом дополнительном интеграционном факторе для системы образования, для методики, для содержания для обучения. Для всего. Когда интегрируются не только разные поколения или разные виды деятельности, вот как вы сейчас об этом рассказывали, но и разные дисциплины между собой могут быть связаны, в том числе и на основе вот этой очень важной. Но сегодня уже говорили, они же дисциплинарности, вот только что, да? Но и говорили о воспитании. Вот в условиях беспилотных систем, как в цифре, да? Сетевая социализация. Безусловно, мы можем сколько угодно организовывать классные часы, походы в театр, там еще чего-то, но социализация ребенка сегодня без нашего психолого-педагогического сопровождения до сих пор происходит в сетях. Это очень важные моменты. И, кстати говоря, уже на стратегии искусственного интеллекта была разработана этика искусственного интеллекта, компания, которая этим занимается, я принимал тоже в этом участие, потому что последствия деятельности человека, который работает с искусственным интеллектом, с цифрой, ну, грубо говоря, мальчик-девочка толкнул, один человек пострадал. Сейчас поговорим об этом. А это уже тысяча. Да. Спасибо большое, Александр Михайлович. Я знаю, что компания «Мобильное электронное образование» уже этим занимается и занимается соответствующей подготовкой кадров. Коллеги, я хочу обратиться к нашим зрителям и напомнить два момента очень важных. Первое, это то, что у нас идет опрос, и вам демонстрировали до этого QR-код, и надо, и можно, нужно отвечать на вопрос, касающийся искусственного интеллекта. Итоги подведем позже, после того, как вся конференция будет подходить уже к концу, к завершению. А второе, то, что у нас есть чат, и в него можно задавать вопросы, мы обязательно их рассмотрим по завершению нашего сегодняшнего мини-пленара, и на эти темы тоже поговорим. Но вопрос-то наш про искусственный интеллект, обсуждение. И мне бы хотелось обратить ваше внимание, что искусственный интеллект в системе образования не только помощник или средство обучения, там про это есть, а еще и искусственный интеллект – это очень важный объект, который нужно изучать. И студенты, и школьники могут знакомиться, должны знакомиться с теми новыми технологиями, которые появляются. У нас в университете мы отчасти разрешили пользоваться студентам искусственным интеллектом для того, чтобы они его изучили и умели применять его для своей профессиональной деятельности. И у нас очень интересный доклад нашей коллеги Натальи Владимировны Бровки из Белоруссии, из Белорусского государственного университета. Она заведует кафедрой на механико-математическом факультете. К огромному сожалению, онлайн, лучше бы мы здесь очно встретились, но тоже хорошо. Наталья Владимировна, рада вас видеть. Вам слово, пожалуйста. Спасибо вам за ваше участие. Здравствуйте, коллеги. Я не знаю, насколько меня изменилось положение солнца. Вадим Валерьевич, большое спасибо вам за возможность участия. Вы знаете, очень вдохновляет то, что те проблемы, которые сегодня были озвучены, и подготовка педагогов, и создание учебника, и проблемы с беспилотниками, это все, что очень актуально для Белоруссии. Что касается беспилотников, Александр Михайлович, отдельное вам спасибо. Потому что у нас на данном этапе был принят закон о том, что недопустимо использование беспилотников частными лицами, и очень строгие разрешения могут даваться только индивидуальным предпринимателям с учетом того, что у них есть диплом официальный, а системы подготовки нет. Я это знаю потому, что мой сын заканчивал специализированную подготовку по беспилотникам, у него есть диплом школы в Лондоне. И сейчас он востребован и приглашается в разные учреждения образования, но на самом-то деле это все не системно, и мы тоже в поиске, и проблемы существуют.
Если возвращаться к искусственному интеллекту, я бы хотела, может быть, не затягивая, все-таки время ограничено, но обозначить какие-то моменты, особенности обучения в классическом университете, в котором я училась и работаю. Будьте добры, Диана, следующий слайд. Значит, мы как педагоги работали, руководствуясь в значительной степени китайской пословицей «Учитель открывает дверь, входишь ты сам». Но поскольку на сегодняшний день это общий тезис, что развитие искусственного интеллекта изменяет образовательный ландшафт, возникает вопрос, в какой степени мы можем давать свободу и возможности выбора обучаемым, и можем ли мы говорить о том, что роль учителя становится ролью статиста? Конечно, нет. И в этой связи у нас очень тоже бурные дискуссии. Искусственный интеллект – это угроза высшему образованию или инициатор его дальнейшего развития. Будьте добры дальше. Почему этот вопрос актуален сегодня? Этот вопрос, на самом-то деле, я думаю, вам известно, что идея развития искусственного интеллекта и на его базе программных средств, она была озвучена еще Сеймуром Пейпертом в 70-е годы. И исторически мне бы хотелось это упомянуть, потому что речь шла о педагогических особенностях, которые следует учитывать при развитии этих систем искусственного интеллекта. Будьте добры, следующий слайд. Прохождение курсов, отражающих методологию развития и внедрения искусственного интеллекта, предполагалось, что оно способно развеять заблуждение о неспособности личности и субъекта к освоению содержания той или иной дисциплины. И кроме того, оно бы преодолевало в определенной степени вот это мнение, что у человека может быть развиваться приоритетно только одно из полушарий. То есть оно позволило бы увидеть связи физико-математических и гуманитарных наук. Вместе с тем, море литературы, в том числе англоязычной, свидетельствует о том, что на сегодняшний день, будьте добры дальше, очень актуальны такие моменты, как создание прототипов поддержки сетевых проектов студенческих, связанных с естественными языками, преподавание машинного обучения, популярность глубокого обучения и научные работы по искусственному интеллекту, опирающиеся не только на положение конструктивизма, но и связанное с формированием компьютерного мышления. Что касается конструктивизма, то на самом деле это методология, которую мы рассматриваем в нашем университете на факультете со студентами на уровне магистратуры. Почему? Будьте добры, следующий слайд. Потому что это отвечает сегодняшним требованиям в каком отношении? Преподаватель является не транслятором готовой информации, а является координатором, который призван обеспечить проблемно-ориентированный учебно-исследовательский, проектный, познавательный и коммуникативную деятельность обучаемых. Это особенно остро стоит на нашем факультете, на котором мы сейчас коснемся этого момента. Приоритет, естественно, отдается фундаментальным математическим дисциплинам. И происходит постоянное уточнение границ между компьютерными дисциплинами, в том числе связанными с искусственным интеллектом, и с фундаментальной математикой. Будьте добры, дальше. Организация обучения, о которой мы говорим, связанная с искусственным интеллектом, естественно, предполагает систему разработки целеполагания, поддержание и развитие мотивации достижений, вопросы проектирования содержания, что связано сегодня с докладом первого автора Елены Герихны, стимулирование коммуникации и взаимодействия, выбор критериев и средств оценки полученных решений и организации содержательного обобщения. В принципе, последние два пункта – это как раз то, что касается формирования вычислительного или компьютерного мышления, которое сегодня стало очень модным направлением. Будьте добры, дальше. Ну, нам известно, и вам это известно, что в России с 2021 года ведется активная работа и уделяется пристальное внимание обучению дисциплинам, связанным с искусственным интеллектом, начиная от школ. Дальше будьте добры. В нашей стране пока специальность искусственный интеллект предусмотрена в 4 вузах. В Белорусском государственном университете информатики, в Брестском государственном техническом университете, Гродненский государственный университет и Полоцкий – это 2 классических университета. Это только начало подготовки студентов по этой специальности. Будьте добры, дальше. Я представляю Белорусский государственный университет.
И дисциплины, которые опираются на искусственный интеллект, почему, собственно говоря, мы тоже о них говорим? Естественно, потому что использование ИИ позволяет организовать знания в виде вычислительно точного. Алгоритмы отражают суть человеческой деятельности, но если мы говорим о деятельности как о понятии, связанном с педагогикой, здесь мне понравилось определение деятельности, которое было дано Боровским-Розовым, что это движение общественной формы организации объективной реальности. Вот это отражает и педагогический, и социальный, и общественный аспект этой сферы. Будьте добры, дальше. Функционал искусственного интеллекта привлекает, поскольку он интегрируется в имеющиеся программные продукты, адаптируется благодаря алгоритмам прогрессивного обучения, осуществляет глубокий анализ больших объемов данных, ну, на основе нейронных сетей. Это то, что мы говорим в качестве мотиватора нашим студентам. Будьте добры, дальше. У нас в университете создан Центр инновационных идей, проектов, стартапов, а также Дом информационных технологий. И его деятельность построена с учетом развития инновационного потенциала и предпочтений студентов. Будьте добры, дальше. Кроме того, у нас, вот здесь я в качестве иллюстрации привела структуру программы подготовки специалистов на нашем факультете по специальности компьютерная математика и системный анализ. У них в дипломе написано математик, системный аналитик. Пока еще нам удалось сохранить в программе дисциплины фундаментальной математики, которые занимают 50%. Остальные методы, компьютерная математика и системный анализ, перечисленные здесь дисциплины, 23%. И непосредственно информационные технологии занимают 13%. Это самая востребованная специальность, на которую у нас поступают дети, имеющие 100 из 100 по математике. Будьте добры, дальше. Здесь просто дана тоже иллюстрация графически соотношения указанных дисциплин. 85% детей, которые приходят на наш факультет, при анкетировании ответили, что идут на факультет, поскольку хотят знать, с одной стороны, фундаментальную математику, с другой стороны, они хотят владеть достаточно глубоко информационными технологиями. Будьте добры, дальше. Здесь иллюстрация, как на двух факультетах, в рамках компьютерное зрение, в рамках дисциплины компьютерное зрение и графика, осуществляется подготовка. Курсы математики, первый и второй курс идут, и, начиная со второго курса, читаются следующие спецкурсы с помощью указанных инструментов для того, чтобы организовать интегрированное обучение. Сразу оговорюсь, что интегрированных учебников, которые предусматривают целенаправленно эти взаимосвязи, пока не разработаны. Будьте добры, дальше. Тем не менее, магистерские диссертации, которые выполняют наши студенты, они предусматривают анализ спутниковых изображений, распознавание анализ позы человека, компьютерная диагностика заболеваний, определение злокачественных опухолей, есть соответствующие договора с медицинскими учреждениями и анализ видеопотока. Будьте добры, дальше. Здесь просто одна из иллюстраций, которую мы приводим студентам. Почему все-таки нужна математика и где она может использоваться? В частности, в процессе сегментации изображений на спутниках. Мы используем понятие метрического пространства, мы используем свойства функций, которые, собственно говоря, связаны еще со школой. И вместе с тем все-таки это демонстрирует необходимость такой подготовки. Будьте добры, дальше. Что касается, у нас была очень тоже мощная дискуссия, связанная с платформой GPT. И на ближайшей конференции, которая у нас была, возникал вопрос, нужен ли искусственный интеллект, если мы следуем за Россией, это не секрет, вы все-таки идете впереди. Нужны ли дисциплины искусственного интеллекта на гуманитарных факультетах? Разговоры с юристами привели нас к заключению, что, конечно, они необходимы. Более того, вот тут идет перечень дисциплин, которые считался бы важным с точки зрения философов, с точки зрения историков, с точки зрения юристов, какие дисциплины очень важны были бы для преподавания на гуманитарных факультетах. Наталья Владимировна, слышно? Я прошу прощения. Я предлагаю вот эту еще одну дискуссию отнести на наше следующее обсуждение. У нас много еще предстоит
дискуссии в рамках этой конференции следующей. А вас сейчас поблагодарить за такой подробный рассказ о том, как в Беларуси учат искусственному интеллекту. Это очень важно. Нам важно познавать опыт друг друга. Я вижу, что в Беларуси нас объединяет не только то, что там солнечный день сегодня, как у нас, а еще и то, что мы все стремимся искусственный интеллект сделать еще объектом для изучения. Спасибо за это большое. Мне кажется, нам нужно обмениваться материалами, не теряться и обсуждать в дальнейшем те аспекты, где лучше, как это сделать, чтобы искусственный интеллект изучался. Не только использовался в обучении, но и изучался. Спасибо вам большое. Спасибо за участие. Я хотел, перед тем, как передать слово нашему следующему участнику, Дмитрию Владимировичу Зеливанскому, а это школа, использующая искусственный интеллект в своей деятельности, и мы могли бы на эту тему поговорить. Он руководит проектами «Вторая смена» и «Заочка» в школе, которая называется «Новая школа». Так вот, я хотел бы, наверное, это имеет смысл сделать. У нас в чате есть вопрос. Мне кажется, он будет как раз Дмитрию Владимировичу кстати, перед его выступлением. Чем конкретно в деталях полезен искусственный интеллект педагогики? Можно ли конкретику перечислить на пальцах? Даст ли существенный скачок на опережение развитых стран? Это подготовка студентов? Ну и так далее. Не буду вопрос зачитывать, смысл его понятен. Дмитрий Владимирович, вам слово, пожалуйста. Коллеги, добрый день. Слышно ли меня? Слышно, видно прекрасно. Да. Спасибо. Здорово. У меня даже презентации нет, потому что... мало чего я вам могу сказать. Есть такой очень популярный сайт у ребят gdz.ru. Все учителя его знают. Готовое домашнее задание. На мой взгляд, это такое вот итоговое воплощение инноваций интернета, которые мы ждали с 2000-х. Когда появился доступ, компьютеры в школе. Вот основное, самое популярное, что сейчас вот доступно в интернете, это готовые домашние задания, где ребята, естественно, списывают все, и там можно найти ответ на любой вопрос. Если мы посмотрим на причины, почему это происходит, смотрите, появляется интернет, новые технологии, беспилотники, вот прекрасные запросы партии и правительства на вот эти все прекрасные знания. Но в школе у нас учитель приходит в класс, дети садятся и слушают. Да, теперь они смотрят на доску с проектором. Но как бы базовый метод не изменился. Что нам дал интернет? Ребенку доступны любые знания в любых форматах по всему миру. Но, на мой взгляд, мы переживаем глубокий кризис содержания образования и формы в том числе, которые прежде всего бьют по мотивации ребенка. Вот коллеги говорили про субъектность. Все ищут того самого пользователя, который возьмет эти все прекрасные инструменты и к себе применит. Потому что действительно здорово звучит древняя китайская пословица про открытую дверь или привести коня к источнику. Но мы занимаемся тем, что пока что мы заставляем их пить. Это очень низкоэффективно. И на мой взгляд, за последние годы мало что было сделано. Да, продвинутые учителя пытаются использовать разные красивые штучки для того, чтобы хоть как-то повысить эффективность базовой технологии, которая сегодня используется в школе. Ну, повышают они на 10%. Но тех самых прорывов, которые происходят в других областях, в других отраслях, в том числе с помощью цифровых технологий, здесь не происходит, потому что, смотрите, интересная еще штука. Интернет открыл ребятам доступ к лучшему мировому контенту. Прежде всего, развлекательному, естественно. Если раньше дети, ну что они любили, там музыку, игры, вот они ходили, слушали, и все. Сейчас вся музыка со всего мира доступна. Игры. Посмотрите, как продвинулась игровая индустрия, какие интересные они делают игры. Да,
там и взрослые из них не вылазят, а дети тем более. Ну, то есть параллельно есть вот эта индустрия знаний, где мы сегодня, я вот хотел про проект «Заочка» рассказать коротко, мы так переработали контент в цифровом виде и выложили его на нашу платформу совершенно простую, чтобы любой пятиклассник мог освоить школьную программу сам. И действительно это возможно. И мы видим таких ребят, и их 20%. Ну, условно я говорю. 80% им это не надо. Ну, как бы у них недостаточно волевых усилий для того, чтобы себя заставить и преодолеть тягу к игре, к общению, ну, в общем-то, их естественные какие-то потребности. И мне кажется, пока мы не решим вот эту фундаментальную проблему школы современной, вот этот кризис, то новые цифровые технологии, они будут ждать своего пользователя. Да, сегодня любой ребенок может учиться в любом лучшем университете мира. Много вы таких видели? Вот, на мой взгляд, в этом проблема. И все, что мы делаем, все наши попытки сегодня использовать новые технологии, они повышают эффективность, опять же, на какие-то 10%. Взрыва такого, который происходит в других отраслях, не произойдет, если что-то не изменится фундаментально. А почему я начал с ГДЗ? Потому что ChatGPT стал новым ГДЗ. Там можно делать творческие работы. Слава богу, ChatGPT врет. Ну, то есть он сейчас несовершенный и обязательно добавляет в эти все творческие работы какую-то ерунду, по которым учителя легко вычисляют. Ну, там и стиль, в общем-то, он не детский, но у старшеклассников тяжелее вычислить, а у младших полегче. Вот как это используется. Да, продвинутые учителя пытаются как-то увязать вот этот новый инструмент в работе. Но смотрите, это все равно, ну, как бы, если мы смотрим на общую эффективность, повысит это еще на 5-7% общую эффективность процесса. В общем, пока это не стало революцией. Почему? Потому что, опять же, для ребенка заинтересованного, замотивированного, каких вот я условно говорю, там 20%. И раньше все знания были доступны, ну, не в виде чат-бота, а в виде каких-то структурированных онлайн-курсов, материалов, которые последние десятилетия, по-моему, выложил каждый уважающий себя университет мировой. Так что здесь, к сожалению, вот я взрыва не предвижу. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Вот сейчас очень важная тема была поднята, которая касалась в том числе и использования интернет, и доступа к нему, и доступа к электронным ресурсам для игр, для развлечений школьников. Вот мы в свое время проводили очень мощное исследование, когда разные школы России, разных школьников в разных регионах опрашивали о том, а что же они делают, сидя за компьютером, когда они дома и когда они бесконтрольны. Большинство из нас, наверняка, родители тем более, ответят, что они там развлекаются, играют. Оказалось, что это не так. Они большую часть времени, сидя за компьютером дома бесконтрольно, тратят на общение. И это колоссальный педагогический, мотивационный, какой хотите, фактор, который мы с вами, педагоги, должны использовать для того, чтобы вот этого коня оседлать. И использовать, завернуть его в нужное русло обучения и воспитания, как название нашего пленара написано. Вот я хочу сказать, что всегда, когда на эту тему мы говорим, я всегда вспоминаю компанию Global Lab, потому что именно она вот этот фактор общения очень хорошо использует, когда дети, ну, многие, наверное, знают присутствующую компанию Global Lab, эта компания разработала целую серию продуктов, когда дети из разных стран, из разных континентов, общаясь между собой, создают такие межстрановые, межконтинентальные проекты, которые да. И друг друга с этими проектами знакомят тем самым. Это ведь общение. И вот этот фактор как раз здесь используется. Мне очень приятно, что сегодня с нами Ольга Юрьевна Руднева, которая представляет компанию Global Lab, я сейчас скажу, как точно ее должность называется, руководитель общественно-научного отдела методического центра этой компании. Ольга Юрьевна, вам слово в связи с вот этими аспектами в том числе. Сейчас я слушала Дмитрия Владимировича. Действительно, очень
серьезная проблема, когда мы говорим о внедрении новых информационных технологий. Мы пытаемся на сегодняшний день, наши авторы, наши ученые, которые работают с нами, мы пытаемся на сегодняшний день реализовать и внедрить те технологии, которые помогут осуществить вот ту... те запросы государства, ну мы люди государевы, конечно, да, конечно, по большому конечно. Счету мы выполняем запросы государства, и поэтому мы осуществляем и разрабатываем те, хотелось бы увидеть презентацию вот сейчас, да, будьте добры, и те стандарты, те программы, федеральные программы, которые на сегодняшний день разработаны и которые мы используем в своей работе, собственно, является базовой составляющей того содержания, которое мы представляем. На всех уровнях образования представлены наши проектные задания. Хочу сделать акцент, обратить внимание, так что я понимаю, что есть вот именно практический запрос. Мы предлагаем на сегодняшний день, есть очень две важные составляющие: развитие проектно-исследовательской деятельности наших учащихся на базовом этапе, то есть это готовые проектные задания, где дети получают уже поставленную цель, алгоритм решения и приходят к какому-то продукту. Но мы привыкли к тому, что проект – это какой-то результат, это какой-то продукт. Но сейчас дидакты, ученые говорят о том, что которые занимаются, например, Вяземский, Стрелова Ольга Юрьевна, которые занимаются вот развитием проектной деятельности, они говорят, что продукт важен, но не настолько, как вот сам этап выполнения этой проектной деятельности. И как изменяется ребенок и осуществляет вот это, вот эти этапы, как он приобретает новые знания. Мы же говорим о проектной деятельности как системно-деятельностный подход, то есть самостоятельная деятельность ребенка для получения новых знаний. И вот коллеги уже говорили, меняется роль, абсолютно меняется роль педагога, он не транслирует знания, повторюсь, да, а является координатором деятельности ребенка, который приобретает свои знания. И вот такие проектные задания, уже готовые, которые изначально показывают, что из себя представляет проект, что из себя представляет проектная деятельность, каков результат. А вот второй раздел большой, который был разработан нашими авторами, замечательный, это конструктор проектных заданий, где педагог вот как раз увидит вот эти этапы формирования проектных навыков, проектных умений, которые можно будет продиагностировать и посмотреть, а что же получил ребенок в процессе вот, выполнения алгоритма какого-то действия. Но самое важное, что первое – это готовое, а второе – это ребенок сам. Вместе с педагогом, естественно, роль педагога очень важна на сегодняшний день, она не исключает, но он сам ставит цели, разрабатывает задачи, разрабатывает интеллект, и все этапы алгоритма проектных заданий. Все это оформляется, и впоследствии, конечно, мы получаем результат. Вот такие два таких мощных инструмента, которые могут, вот как раз, может быть, не взрыв какой-то, да, как вот говорил Дмитрий Владимирович, нет взрыва, но вот постепенное, поэтапное вот такое общение, коммуникация, она происходит. Мы говорим здесь, что все требования, которые существуют на сегодняшний день и перечислены, и закреплены в федеральных государственных образовательных стандартах, мы от них никуда, но вот эти все требования, которые на сегодняшний день есть, собственно, наши проектные задания, собственно, реализуют. И такая задача стоит — формирование культуры умственного труда наших учащихся. Это очень важно. И как раз вот сделан акцент — работа в команде. Не просто общение, а получение новых знаний, специфических знаний, которые, собственно, заложены на нашей платформе. Через коммуникацию. Через коммуникацию. Мы не оставляем педагогов. У нас, как я уже говорила, у нас замечательные авторы, которые работают. Ольга Юрьевна Стрелова вообще говорит, что наша жизнь — проект.
и мы ставим цели, мы решаем задачи, которые вот как раз вы можете, собственно, осуществить через платформу. А на сегодняшний день я постаралась очень быстро, но я надеюсь, что, в общем-то, да, те задачи, которые поставлены сейчас перед образованием, мы на практическом, все-таки в практической составляющей мы пытаемся реализовать. Мы хотим какой-нибудь пример. Озвучите нам, пожалуйста, вот какие есть примеры таких проектов, чтобы люди, особенно по ту сторону экрана, кто нас сегодня смотрит, могли бы себе его представить, кто еще на сайт Global Lab не заходил. Ну, так как я, например, по специальности учитель истории общества знания права, есть замечательный проект «Кредит доверия», когда дети проводят исследования, ставится задача выяснить, кому доверяют наши дети. И возрастные, все типы, все виды проектных, да, проектных заданий, которые есть, да, они осуществляют, это вот исследование, опрос. Кому ты больше доверяешь? Родителям. А дети из разных стран? Да, дети, да, родителям, сверстникам, учителям. Вы знаете, вот в результатах данного проекта более 27% наши дети с возраста основной школы, но так как мы работаем со школами, доверяют педагогам. Понятно. Это очень, ну, средства массовой информации и так далее. То есть вот такие, а потом впоследствии это все, скажем так, преобразуется в виджеты в современные, да, и дети с учителями, с педагогами могут, в общем-то, просмотреть, проанализировать, провести мониторинг, диагностику и так далее. А мне нравится у вас литературная география. Вот, Елена Генриховна, наверное, будет важно и интересно. Дети из разных стран мира присылают в общий вот этот пул, в общий чат, фотографии литературных мест на своем языке с соответствующими поэтами. Они фотографируют нас, Пушкина, там, Болдинскую, 8, да, сейчас как раз осень. И тем самым они общаются, они изучают и географию, и литературу, и наверняка иностранный язык, потому что на разных языках. Ну, здорово. Ведь межпредметные, вот, да. Возможность вот эти, общения здесь выливается вот в такую межпредметность, в интеграцию. Да, в интеграцию, да. Да, спасибо. И я думаю, что мы как раз вот эту линию интегративную продолжим. Мы ее начинали, когда Александр Михайлович здесь был. У нас есть Софья Ильинична Дрейцер, которая представляет компанию «Церверум». Вот, мне кажется, они очень такой интегративный проект делают, который касается интеграции на базе искусственного интеллекта психологии и педагогики. Ну, как я его примитивно понимаю. Сейчас Софья, конечно, более подробно про это поговорит. И у нас, кстати, вопросы есть в чате о том, а как это увидеть на практике. Я не зря этот вопрос задаю, нас слушатели спрашивают, зрители, о том, а как это можно увидеть на практике, во что это выливается. Вот мне кажется, Софья, ваше сообщение на эту тему – оно будет очень, как говорят, в кассу, и мы сможем такой пример посмотреть. Пожалуйста, вам слово. Да, спасибо большое. Добрый день, коллеги. Меня зовут Софья, я методист компании Cerebrum. Мы занимаемся системами искусственного интеллекта в области обработки естественного языка. То есть мы занимаемся синтезом голоса, распознаванием речи и семантическим анализом. Придумываем, как это можно интегрировать в образование, делаем на основе этого интересные продукты. Один из таких продуктов – это учебные диалоги, в рамках которых можно научиться прокачать какие-то коммуникативные свои умения, научиться чему-то в сфере общения. И в контексте этого я бы хотела как раз ввести в такое понятие, как нарратив. Что такое нарратив? Сейчас я буду говорить не о том, как это понимается в психологии или в антропологии, а о том, как это понимается в геймдизайне, в играх. А это вообще психологическое понятие? Это лингвистическое понятие. Лингвистическое понятие, просто не все наши зрители могут это знать, это важно. И благодаря тому, что оно попало в практику очень обширно, есть такое специальное в геймдизайне представление о нарративе, как о событиях, которые участник формирует для себя в процессе игры. То есть это то повествование, которое формируется у каждого участника индивидуально благодаря тем инструментам, которые мы ему в игре предоставляем. И в этом смысле нарратив — это такая субъективная история, у каждого свой, и в игре он конструируется в процессе, он конструируется во время взаимодействия игры и игрока. И у нас в продукте тоже нарратив есть, и сам продукт на этом и построен, на том, что есть какие-то сюжеты, пользователь с ними взаимодействует и тем самым учится. Давайте расскажу подробнее о продукте. Коммуникативный тренажер.
мы, там есть как-то редактор, в котором можно эти учебные диалоги разрабатывать, прописывать, кодировать, настраивать. И есть плеер, в котором можно их проходить и обучаться какому-то коммуникативному умению. И, соответственно, пользователь, когда сталкивается с нашим продуктом, когда начинает учиться с помощью нашего продукта, что он видит? Он видит ситуацию, в которой ему предлагается занять какую-то роль, стать каким-то действующим лицом и выполнить коммуникативную задачу. Например, я молодой педагог, и мне нужно поговорить с родителем, который недоволен тем, что его сын получил двойку. И в диалоге разыгрывается эта ситуация. На самом деле в диалоге можно разыгрывать любую ситуацию, но вот мы видим такой пример. И я как педагог должна как-то поработать с родителем, поработать с его возражением таким образом, чтобы он был готов, видимо, со мной сотрудничать, или любой другой результат, который я как участник этого диалогового тренажера ставлю себе. И, соответственно, я как разработчик, который хочет учить учителей разговаривать с родителями и работать с их возражениями, настраиваю некоторую схему, некоторый опорный каркас этого диалога таким образом, чтобы молодые педагоги могли научиться это делать. И здесь появляется такая штука, как скрытый нарратив, вернусь на предыдущий слайд, который работает... который является не самой ситуацией, развернутой в рамках диалога, не самим сюжетом диалога, а некоторой схемой, которая является принципом ведения диалога, схемой, которую мы зашиваем внутрь, и которая фактически представляет собой этапы, по которым идет пользователь. В данном случае это может быть что? Это может быть сначала вот мне, как человеку, который столкнулся с чьим-то возражением, нужно там остановить, зафиксировать свою первую эмоциональную реакцию. Потом что я могу сделать? Я могу присоединиться к этому возражающему моему оппоненту. Потом я могу выяснить, в чем состоит, собственно, его возражение и так далее и тому подобное. И такую схему мы можем реализовывать в любом диалоге, на любом сюжете, в процессе обучения такой вот коммуникации. Это и есть скрытый нарратив. И предположение состоит в том, что с помощью скрытого нарратива и с помощью диалогов, которые мы можем разрабатывать, могут формироваться не только непосредственно предметные коммуникативные умения, но еще и какие-то метапредметные, надпредметные умение благодаря тому, что пользователь, во-первых, усваивает саму схему решения коммуникативной задачи, а во-вторых, сама схема что-то ему привносит, как бы рассказывает ему, каким образом можно эти коммуникативные задачи решать, и пользователь может как бы реконструировать ее, как бы схватить вот этот вот способ, который методист заложил в свой тренажер. Здесь такая сложная схема про то, каким образом, в принципе, эти учебные диалоги могут работать. И мне здесь важно подчеркнуть, что эффект от такой системы обучения, от скрытого нарратива, может быть реализован в любом типе организации образовательного процесса. Потому что все-таки у нас много где все еще используется фронтальное обучение, где педагог доминирует, и даже в таком типе обучения с помощью нашей системы можно достигать больших, лучших эффектов. Например, вот мы рассчитываем сформировать определяющую рефлексию с помощью учебных диалогов в таком образовательном процессе. Вот так примерно это выглядит на уровне разработки. На уровне того, когда мы продумываем еще логику учебного диалога до того, как начинаем собирать его в системе. И, естественно, тоже такие схемы, такие диалоги могут быть любыми. И все зависит от фантазии методиста, от фантазии разработчика. Ну и, соответственно, в процессе реализации таких схем мы проверяем разные результаты, которые формируются так или иначе, в зависимости от того, какие сценарии осваивает пользователь, как там сценарно простроены диалоги и какая методика в них заложена. Вот
Так, если кратко, наверное, можно рассказать. Это сложно кратко рассказать. Понятно, да, это сложно кратко рассказать, да, в этом нужно много разбираться. Да, ну и схемы такие достаточно весомые. Но ведь это запись, и там можно будет остановить коллегам, посмотреть, это нормально, изучим. Да, я хочу всех поблагодарить. Мне кажется, знаете, коллеги, вот я сейчас сидел, думал, какое резюме вот из этих наших достаточно разных и многовекторных выступлений, которые сегодня были. Я бы, знаете, как бы нестандартно поступил. Мне кажется, что мораль вот из нашей басни такая, что среди всех этих технологий, которые, безусловно, развиваются, среди методов, которые меняются с течением времени, среди новых средств, которые появляются, о которых вы рассказывали, и другие средства есть, важно вот что. Важно понять, где их место в системе образования. Вот нужно понять, и, наверное, на эту тему и вопросы сегодня были, и мнения в чате, вы их потом почитаете, если кто-то не видел, важно исследовать нам с вами всем вместе, педагогическому сообществу, исследовать потребности системы образования в тех технологиях, в тех методах, в тех средствах, которые появляются и на основе беспилотных летательных аппаратов, и искусственного интеллекта, и игр, о которых мы сегодня говорили, и общения, и проектов. Вот где применение этих средств даст хороший, максимальный, ну хотя бы положительный эффект. Такие примеры есть, и сегодня они отчасти приводились, и разных компаний они касаются. Я всех благодарю за этот диалог. Если кто-то хотел бы что-то добавить, пожалуйста. Можно? Пожалуйста, Лена Георгиевна, да. Вадим Валерьевич, за ваше резюме, потому что, на мой взгляд, важно понимать, что искусственный интеллект должен проникнуть в систему образования не ради искусственного интеллекта. Безусловно. То есть, как мы говорили, цифровизация не ради цифровизации, то есть это не самоцель отнюдь. Искусственный интеллект, как элемент такой всеобщей цифровизации, тоже не является самоцелью. Самоцелью всегда является человек. И влияние на него с целью его формирования, развития. И, как мне видится, вот сегодняшние выступления, они были абсолютно в пику вот этим новым веянием ориентации на то, как обеспечить развитие субъекта сегодняшнего, нашего молодого современника, с тем, чтобы через систему образования вот это влияние на него было максимально спасибо. Успешным. Коллеги. Поэтому спасибо всем спасибо, большое. Очень спасибо. Много интересных спасибо. Идей. Дай Бог их успеть воплотить в нашей жизни. Только чат GPT нам в помощь, мне кажется. Итак, сначала получается, что сначала все-таки система образования с ее целями, приоритетами, человеком, а потом под это подбираем искусственный интеллект, беспилотные системы и все прочее. Коллеги, благодарю всех. Наше время вышло. Я благодарю зрителей, которые смотрели всю эту нашу трансляцию в течение больше, чем часа. Благодарю всех. До новых встреч. До свидания.